Покрова Пресвятой Богородицы отмечают сегодня православные верующие. Для Владикавказского храма Покрова Пресвятой Богородицы этот праздник престольный. На торжественную службу собрались верующие со всей республики. Богослужение провел архиепископ Владикавказский Аланский Зосима. В честь праздника состоялся крестный ход. После окончания службы по традиции для верующих накрыли праздничные столы. История праздника уходит во времена, когда Константинополь был взят в осаду неприятелем. Император Лев вместе со своей супругой молился в церкви об избавлении. В это время верующие Андрей и Епифаний узрели Богородицу, парящую над головами людей, раскинувшую над всеми свое белоснежное покрывало или покров. Отсюда и название праздника. Покров Богоматери имеет по сегодняшний день большое значение для того, чтобы народ был един в вере своей, в христианской вере. И мы очень ценим вот этот праздник.